Всем привет! Видеорегистратор станет полезным в случае возникновения спорных ситуаций на дороге. К тому же предоставит неопровержимые доказательства при возможном разборе ДТП. Это видеорегистратор Digma FreeDrive 203VE. В нем есть Wi-Fi для просмотра видео и настройки на смартфоне. Угол обзора составляет 120 градусов. Установлен процессор M-Star 8336. Разрешение видеозаписи Full HD 1920x1080 точек на дюйм. Видеозапись сохраняется на microSD-карту, максимальный объем, который можно установить видеорегистратор, до 128 ГБ. Диагональ экрана составляет 2 дюйма, имеется магнитное крепление, которое будет очень удобно для быстрого снятия и установки видеорегистратора. В комплекте есть гарантийный талон, срок гарантии составляет 12 месяцев, а также инструкция по эксплуатации. Она выполнена полностью на русском языке, в ней более подробно указано, как произвести основные настройки. В верхней части расположено место для магнитного крепления, оно обеспечивает быструю и надежную установку на лобовом стекле автомобиля. Фиксация очень сильная, но при этом устройство можно будет легко снять. Всего 4 кнопки, это меню, выбор и навигация. На оборотной стороне находится 2-дюймовый информативный дисплей. Есть переходник USB microSD на случай, если необходимо скинуть отснятое видео с регистратора на компьютер. Питающий провод в розетку прикуривателя с разъемом Type-C. Длины провода будет вполне достаточно, чтобы сделать скрытую проводку на любом автомобиле. Основные настройки производятся через встроенное меню, оно выполнено полностью на русском языке и интуитивно понятно. Есть фирменное приложение, которое можно скачать в Play Market, перейдя по QR-коду, который указан в инструкции, и, подключившись к видеорегистратору через Wi-Fi, посмотреть и сохранить необходимые видеофайлы на мобильный телефон или планшет. Выбор правильного видеорегистратора может быть сложной задачей, особенно при ограниченном бюджете. Ведь хочется приобрести устройство, которое не только соответствует финансовым возможностям, но и обеспечивает достойную запись видео. И если вам нужен исключительно видеорегистратор без дополнительных функций за разумные деньги, то можете обратить свое внимание на эту модель. Напишите в комментариях свое мнение. Ну а на сегодня это все. Пока!